Привет, шкодоводы. Вот и первая в этом году командировка рабочая. Сейчас минут 7-10 погреемся и поедем. Как оказывается, на улице минус 20. Машина прогрелась с 6,4, обороты упали. Установлены антирадары, все примочки. С себя снял верхнюю одежду, потому что мы знаем, что ремни будут работать с пуховиком неправильно. Если, не дай бог, что дорога скользкая, то ремни на пуховике работают неправильно и повредят владельца. Поэтому одеваем ремни как можно ближе к телу. Дорога скользкая, мало ли что бывает. Безопасность прежде всего. Это я рассказывал в наших роликах, и рассказывал наши подписчики, которые были в сложных ситуациях. Едем дальше. Вот так светит ближний свет фар по версии моего телефона. Итак, сравнение. Шкода Октавия 7 с А8. 1.4 мотор, механика. Как говорю, пухляшка. Он проехал 230 км, и у него был расход 8,1. Как видим, расход 151 км пока, но расход 61 литр. Привет, шкодоводы, я просто офигеюсь с этой машины. Как я только соберусь в Уфу, у меня сразу она думает, что она едет к дилеру, и начинает у нее все работать. Который 4 года не работал, теперь опять работает. Прикольно. Итак, продолжаем по расходу. Ну, здесь было 8,1, пока стоял, тут он кофе пил, кушал, ике-маке. Машина начала жрать бензин, 9,2. Но я по городу ездил резво, потому что я сейчас катался на Шкоде 1.4, на Шкоде 2.0. Потом... Если вам интересно, почему у меня прайсы Volkswagen Jetta, Volkswagen, что там, Tiguan, смотри наш канал, все узнаете, а пока поедем дальше. Но я вам говорю, расход упадет, трасса была 6,2, смешанный, за, так, сколько там, за 1010,5. Короче, в итоге город получается 80 копейками, но он был интенсивный город. Сейчас дальше посмотрим, что будет. Итак, товарищи, результаты. Опять 196 километров. Из них 165 трасса, остальное город Уфа. Там, где я гонял и проверял машину после А8. Как видим, расход 6,7. Но он был бы еще меньше, если бы на обратном пути я не соблюдал знаки превышения скорости. Ну, где знак был 140, шли 140 метров в день, где знак был 150, шли 150. Откуда такие знаки, не знаю, но вот такие были моменты на дороге. Интенсивные обгоны, крайне сомневаюсь, что пухляж делал такие обгоны. Примеры я показал. Так что пока что CSDA все-таки лучший 1.4, который был и есть у Volkswagen. DJKA пока плох лишь тем, что у него АКПП. Но так ли плоха АКПП, вы узнаете скоро, когда будете смотреть наш канал. Машину я посмотрел. Чувства смешанные. Интересно. Давайте вопрос, товарищи. Что делаем? Огромный большой ролик. И отдаем его на куски. Информации вагон. И полезный, и очень полезный, и крайне грамотный. Другой у нас нету. С вас, товарищи, лайк, подписка. Сейчас наш проект, наша Шкода А8. До свидания. О, ну тут звук такой благородный такой.